Бродячие животные – носители и разносчики различного рода инфекционных заболеваний – бешенство, бруцеллез, туберкулез, хламидиоз, лишай и другие. Самое, пожалуй, грозное заболевание, которое дает 100% летальность – это бешенство. Бешенство передается при укусе, ослинении или нарушении целостности кожных покровов при укусе бродячих животных, да, необследованных, непривитых животных. По статистике, жертвам укусов животных чаще всего оказываются дети. С начала года за помощью в травмпункт детской областной больницы обратилось 154 ребенка. Последний случай бешенства по Акмолинской области зарегистрирован в 2018 году. На сегодняшний день у нас в области работает 219 ветеринарных станций. Одним из функций ветеринарных станций является отлов и уничтожение бродячих собак и кошек. Ежегодно из местного бюджета области выделяется порядка 40 миллионов средств на отлов и уничтожение бродячих собак и кошек. Стоит отметить, в Акмолинской области приюта для брошенных животных нет. Областным управлением ветеринарии в плановом режиме осуществляется отлов и уничтожение животных. Для строительства приюта нет нормативно-правовых актов. Закон о защите животных находится на согласовании в уполномоченных органах. Открытие приюта требует немалых усилий и, конечно же, денежных средств. Данный вопрос будет рассмотрен, как только закон о защите животных вступит в силу. Айгерим Бегенова, Павел Соловьев, Жамбыл Болтаев, Кокшак Парат.